Всем приветики. Сломался у меня мой дождик предыдущий. Я дал большой напор, и там порвало резинку, как бы. Но я попросил маму купить другой мне дождик. Но я не знал, как он называется, я просто сказал лейка, потому что она реально похожа на лейку. Ну, в моем понимании, эта лейка, я помню, всегда наливается в такой кувшин вода, и там такой разветвлитель. И с него поливают там цветы, лейка. И вот и здесь то же самое похоже. Я говорю лейка. Хотя я не знал, как она называется, я так просто наугад сказал. И оно, кстати, реально так называется. Лейка. Лейка для душа. И вот такую лейку мне купила мама. Получается, она в таком зип-пакете интересном, то есть с замочком. Получается, здесь замочком можно открыть. Вернее, закрыть и открыть. И достать оттуда саму лейку. Здесь так-то ничего нету. Название фирмы AV Engineering. Лейка для душа. И здесь то же самое AV Engineering. Душевая лейка. Лейка для душа и производитель. А каких-то технических характеристик, каких-то чего-то там, ничего нету, что обычно бывает. Ну и вот, собственно, сама лейка. Здесь прикольно то, что она так отражает, прям как зеркальце. Она такая здоровая, у меня поменьше была. То есть даже можно в душе смотреться в это зеркальце. Потом она, конечно, затерется со временем, ну, поцарапается. Но пока новая, можно вот смотреться. Прикольно. И здесь, оказывается, есть режимы. Я не знал. Я вот сколько пользуюсь душем уже, ну, всю жизнь. И не знал, что можно режимы переключать. Обычно ты берешь душ, и с него просто... И здесь много просто вот таких штучек, и с них со всех льется просто вода на тебя. А это, оказывается, уже более продвинутая лейка, и здесь можно переключать режимы. Вот этот режим – это обычного душа, и с этих вот резиновых пупырышек, или как их назвать правильно, льется на тебя вода, и все. А посередине ничего не льется. И это, кстати, непривычно, то, что... Ну, обычно на тебя вода льется полностью с лейки. А тут только по кругу, а в середине на тебя ничего не льется. Это как-то непривычно. Потом вот этот режим самый крайний. Это вот только с этих вот кружочков на тебя льется вода. При этом она льется сильнее, чем с обычного душа. Но их так разбивает на такие большие и тоненькие струйки, что прям мелкие-мелкие капельки на тебя летят. Здесь такие капельки большие, а здесь мелкие-мелкие. И довольно-таки приятно тебя так мелкими-мелкими капельками обливает. Вообще прикольно так, на самом деле. Такой нежный душ получается. Так мелко-мелко. Если этот душ так прямо чувствуется, большие капли по тебе бьют, то этот практически не чувствуется. Ну, разве что чувствуется напор воды. А сами капли, они не так чувствуются, как вот эти. Они такие мелкие-мелкие-мелкие вообще. Довольно-таки приятный душ такой получается. А вот это режим между, который объединяет, ну, полурежим получается, который объединяет и дождик, и вот эти вот мелкие струйки. И получается, и дождик льется, и мелкие струйки льются. Ну, тоже довольно-таки прикольно. Получается, на тебя... Ну, напор получается слабенький уже и тут, но... Можно в самом крайне открыть воду посильнее, и тогда уже будет, уже в середине не будет пустота, потому что когда на тебя льется только по кругу, непривычно, что в середине пустота, а так на тебя будет и отсюда льется, довольно-таки так, уже как-то попривычнее, но все равно то, что капельки и душ, ну так, не сильно, мне больше нравятся определенные режимы. Ну и, кстати, и пока двинешь... Вот оно, когда оно щелкнуло, это значит, оно уже в каком-то одном режиме. А пока двинешь, оно постепенно их соединяет, ну, то есть переключает. Напор здесь, получается, вот в таком режиме, самом крайнем, работают только вот эти вот, отверстия. Когда начинаешь двигать потихоньку, здесь ослабляется напор, а здесь потихоньку появляется. Потом вот этот вот полурежим, уже здесь слабенький, дальше двигаешь, и здесь вообще начинает исчезать, а здесь сильнее становится. Потом поставил, ну, в обычный режим, и тогда отсюда вообще ничего не льется, это льется только по кругу. Это тоже полурежим. Получается, вот этот режим уже крайний с этой стороны льется только отсюда. Но напор очень сильный, прям вообще мощный.
мощнее, чем вот этот и вот этот вместе взятые. И им довольно-таки прикольно, ну или ванну, если вот помыть надо, хорошо переключил этот режим, и оно так сильно отмывает. А если на себя, то оно так прямо ощутимо. Ну, можно сравнить с массажем, когда вот тебе берут плечи, сзади давят, а у тебя затекли плечи, и мышцы разминают прям, и чувствуется, ну, когда пальцы на тебя массаж делают, и мышцы разминают. Вот здесь, когда этим льешь себе на мышцы, тоже примерно такое ощущение, как будто у тебя мышцы такие уже довольно-таки напряженные, а эта сильная струя их так вот, так все равно пальцами так разминает, разгоняет там вот это все, что там напряглось, там сжалось, там это где-то кровь там собралась, все это разгоняет. И такое ощущение, как будто реально после массажа, как будто кто-то тебе там пальцем помассировал, так разогнал все, что у тебя там напряглось, и расслабление такое идет. Ну, довольно-таки прикольно. Ну, а это полурежим получается, тоже дождик льется слабенько, и эти большие струйки тоже льются слабее, чем когда они только одни льются, но сильнее, чем дождик. Такой режим, мне кажется, вообще ну ни к чему, потому что дождик практически не льется, а эти струйки сильные, ну тоже уже не сильно льются, но льются сильнее, чем дождик. Но, ну, прикольно, конечно, попереключаться в режим сильных струй. Обычно дождик мне не сильно нравится, потому что в середине пустота. И вот эти тоненькие струйки, которые такие, получаются такие мягкие, нежные, такие прикольно. Ну, еще средний режим между дождиком и струйками тоже прикольный, потому что, ну, вроде как и дождик, а вроде как и струйки, и получается все тебя, получается почти что полностью все льется на тебя. И отсюда, только разве что отсюда не льется. Так что довольно-таки прикольно. И, кстати, я еще узнал, что когда старый дождик разламывал, что вот эта штука снимается, оказывается. Правда, не знаю, чем ее подковырнуть. И там болтик стоит, ты его выкручиваешь, и тогда вся эта штука снимается, и там прокладка, ее нужно, ну, если есть чем заменить. У меня она как раз-таки лопнула, потому что вообще большой напор дал, и свисталась как бы из-под пластмасски вода. Вот. Ну, а дальше можно протестировать этот душ ванной. Я его, естественно, уже протестировал, я с ним помылся. Ну, а вам могу показать, как это работает. Ну и, собственно, перемещаемся в ванну. Надевается он очень просто. Просто у нас шланжик. Накручивается эта лейка. И когда накрутили, можно проверить. Это режим обычного дождика. Но минус в том, что в середине пустота. Получается, только по кругу дождик идет. Вон он по кругу. Пальцы в середине не намокают, они сухие. И только вот по краям. Это неудобно на самом деле. Следующий режим — это режим мелких строек. Ну, вот этот. Вот они, мелкие стройки. Прикольно. Режим мелких строек довольно-таки прикольный. Он так приятненько льется на руки. Но если дождик он прям сильно ощущается, то эти мелкие струйки, которые только что были, они почти что не ощущаются. Они так нежно на кожу воздействуют, что прям аж приятно. Обычно дождик он прям аж чувствуется, по пальцам бьет. А их ты практически не чувствуешь. Они так нежно-нежно вообще. Мне нравится этот режим. Вот этот прикольный.
это среднее между мелкими струйками и дождиками. То есть оно все одновременно работает, но на слабом таком напорчике. Но с другой стороны, этот режим тоже нормальный, потому что хотя бы из середины что-то льется, потому что в режиме дождика, к которому все привыкли, ну вот в середине ничего не льется, пустота, это не очень. А тут хотя бы что-то льется в таком промежуточном режиме. Это режим большой и мощной струи. Здесь только посередине струйки текут и все. Но они достаточно мощные. Прям если большим упором по рукам лить, то прям как массаж мышцы разминает. И реально как массажик такой получается. Ну и промежуточное тоже между дождиком и сильной струей. Струя сильно льет. Ну не так сильно, слабее, а дождик вообще почти что не льет. Ну, вот такие вот режимы. Ну и зеркальце еще есть. Такое. Вот такая вот личка. Я когда с ней мылся, мне прямо очень понравилось. Прикольная штучка. Я даже и не знал, что современные насадки для душа уже имеют несколько режимов струи. Я привык всю жизнь пользоваться одной струей, а тут это прям для меня было что-то очень такое необычное и новенькое. Ну и, честно говоря, это реально, реально круто. И когда на тебя и льется и такая струя, как очень сильная, и прямо как я уже говорил, как все равно массаж, можно, как эффект, как от массажа. И когда вот эти тоненькие струйки, они прям так легко, так нежно, так вот прям вообще. Ну, это, в общем, надо попробовать, чтобы понять. Так что, если у вас обычный такой какой-то душ, вернее, насадка для душа обычная, я думаю, взяв такую вот штучку, вы не пожалеете. Вот. Лично мне понравилось. Ну, а на этом все. Всем пока. Покедова.